Вы все прекрасно знаете, что нет религии без молитвы. Тот, кто не умеет молиться, тот, значит, нерелигиозный человек, кем бы он ни был, независимо от его положения в церкви, от его образованности, от его сана, от чего угодно. Если он не умеет молиться, значит, он человек и совсем не религиозный, и вообще даже не религиозный, уж не говорю христианский или православный. Но, как мы с вами уже пытались говорить, молитва – дело такое, совсем непростое, как это может показаться на первый взгляд. Оказывается, можно молиться правильно, можно неверно. И вот вопрос о верной или неверной молитве, он имеет огромнейшее значение в понимании православия как такового, в понимании христианской жизни. Вот сегодня мы с вами займемся отдельным таким конкретным вопросом, связанным с молитвой. Всем вам известно по слуху, а может быть, кто-то и даже и читал, что есть такая книга «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему». Она немножечко так по-разному иногда называлась, но это не имеет значения. Эта книга появилась уже во второй половине, даже, можно сказать, в конце XIX века. Она неоднократно издавалась, точнее, многократно. Сейчас, после получения церковью свободы, уже начиная с 90-х годов, она уже многократно издавалась и в последнее время. Она привлекала к себе взоры и привлекает до сих пор взоры всех, многих, по крайней мере, интересующихся вопросом молитвы и вопросами духовной жизни вообще. Книга пользуется очень большой популярностью. Кстати, не только в среде нашей церковной. Однажды, когда еще я только или был студентом, или, может быть, уже был преподавателем, но приехал к нам из Ватикана ректор одного понтификального университета. Кстати, очень интересная фигура по своей внешней стороне. Да, одет был самый такой простецкий-препростецкий, ну, типа подрясника, что ли, халат, кожаный ремень, огромнейшее сапожище. Да, и представляете, каким это было контрастом, связанным с нашим начальством, которое одето, ну, аккуратно, чисто и так. Это все, ну, знаете, все-таки в хороших церковных одеяниях. Да. Так вот, приезжал этот ректор понтификального университета, понтификального, то есть папского, и читал лекцию. И вот, в частности, в своем выступлении он сказал, что в настоящее время католическое монашество особенно стало интересовать следующее. Это, во-первых, восточные медитации. Ну, интересует, в каком смысле? Что это такое? Какова цель? Каковы истоки? Что дает восточные медитации, которые особенно развиты в индуизме? И второе – это откровенные рассказы странников из русской православной литературы. Представляете, какие два явления? Ну, вот так он поговорил. И все. Потом мне приходилось там бывать, в тех краях западных, и в частности в католических монастырях. И действительно,
Там монахи знают. Ну, громко скажу, все католические монахи знают об откровенных рассказах странника. Она очень, эта книга им нравится, очень. Да, они рассматривают ее как одну из таких основополагающих на пути духовной жизни. И более того, рассматривают ее как вот ту литературу, в которой, по их убеждению, мы думаем, учим и говорим совершенно одинаково. Ну, мы, то есть, в смысле, православные и католики. А однажды в монастыре Бозе, это в Италии, такой есть монастырь, была конференция, посвященная как раз вопросам молитвы, в частности, в православии. Целиком конференция была посвящена. На нее приглашались многие представители разных православных и церквей, католической церкви. Да, и вот там тоже я был приглашен, и меня попросили тоже выступить с докладом. И я предложил доклад на такую тему – сравнение учения святителя Игнатия Брянчанинова с учением странника, ну, назовем так, который повествует о себе в этой книге «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему». Дело вот в чем, что автора у этой книги нет. Как в первом издании этого автора не было, так и до настоящего времени автор, ну, практически неизвестен, хотя предположения есть разные. Этой книгой однажды увлекся даже святитель Феофан Говоров, Феофан – затворник. Он, есть в его письмах, здесь вот у меня нет, но есть в его письмах советы, когда его спрашивали, можно ли руководствоваться этой книгой. Он очень советовал и даже давал правила, которые очень соответствовали тем наставлениям, которые мы находим в книге «Странника», в книге в этой «Рассказ», будем говорить так, «Рассказы». Он там говорил, в первые дни там 1000 молитв Иисусу, потом через 2-3 дня 2000 и так далее. Более того, он был инициатором даже третьего издания этой книги. А ко второму изданию он даже сделал какие-то дополнения этой книги. Но понимаете, что любопытно? Что, находясь в затворе и уже в конце своей жизни, последние годы, он в двух своих письмах делает такие замечания адресатам. Вот первое письмо. Книжка «Рассказы странника» внешний чин дела изображает, а писания отеческие – внутренние. В другом письме, другому адресату, он пишет: «В книгу «Рассказы» не смотрите, там есть советы, непригожие для вас, которые могут повести, то есть, к прелести». Как видим, мнение святителя Феофана кардинально изменилось. С полного одобрения, да, какого-то редактирования и дополнений он пришел к столь же решительному, если хотите, отрицательному мнению об этой книге. Видите, даже может повесть к прелести. Правда же интересно? Кстати, еще раз вам хочу напомнить, я уже говорил вам, что жизнь святителя Феофана
Это великолепнейшая иллюстрация того, что такое святость, какие у нее различные уровни, как меняется человек в зависимости от своей духовной жизни, от ее развития. Вот это одна из иллюстраций. Сначала полное одобрение, потом такое же полное отрицание этой книги. В чем тут дело? С чем тут связано? Это не безинтересный вопрос, и он представляет, друзья мои, для вас практический вопрос, поскольку вы многократно встретитесь с этой книгой и с восторженными отзывами об этой книге. Мне приходилось говорить, да, с некоторыми, и я встречал, один монах мне писал: «Как вы смеете критиковать откровенные рассказы странника?» И он написал, ее одобрял святитель Феофан. Когда ему написал, как он потом отнесся, он, ну, видимо, так, мне кажется, я надеюсь, что он понял, наверное, что все не так просто, как может показаться с первого взгляда. Дело вот в чем. Книга очень увлекательная своим, я бы сказал, сюжетом, что ли, характером повествования. Вот. Она написана очень живым языком, с разными примерами, очень такими простыми высказываниями самого странника. Она просто увлекает. И целый ряд людей, это мне известных, которые, прочитав эту книгу, вдруг стали заниматься сразу молитвой Иисусовой. Правда, я ни одного из них так и не знаю, кто бы быстро не окончил. Обычно это бывает порыв, первый порыв, и потом все заканчивается ничем. Но это вопрос уже другой. Вся книга – это наполнена чем? Вся книга, откровенно рассказываю, наполнена именно вопросом молитвы Иисусовой. Почему мы с вами, почему мне и хочется поговорить с вами по этому вопросу? Вся она посвящена именно этому вопросу. Вот. И поэтому давайте попытаемся провести вот с вами какую-то, ну, параллель, сопоставление, да, сравнение учения святителя Игнатия, основанного, конечно, на святых отцах, как вы прекрасно это знаете. Он был великолепным знатоком аскетической литературы, и не только знатоком теоретическим, но и практически воплотившим в себе духовные заветы отцов. И вот сравнение, поэтому его учение по затронутым странникам вопросов имеет большое для нас с вами значение. Ну, прежде всего, что хочется сказать. Святитель Игнатий, может быть, вы помните, я вам говорил, указывает на один очень важный закон духовной жизни. Не заповедь, не смешивать, есть заповеди, есть законы. Так вот, закон духовной жизни. Этот закон, он выразил в следующих словах. Закон о взаимосвязи между собой как добродетелей, так взаимосвязи между собой и страстей. При этом он указывает, что эта взаимосвязь, или, как он говорит, это сродство между собой, имеет очень серьезный характер. Вот он пишет так: по причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того,
Произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному вовлечению в другой грех, рождаемый первым. И дальше замечательное высказывание, которое, наверное, всем понравится, оно очень интересное высказывание, краткое и сильное. «Злоба, – сказали отцы, – не терпит пребывать бессупружную в сердце». Ну, злоба в смысле зло, зло, то есть грех. «Злоба не терпит пребывать бессупружную в сердце». Вот это вот закон. Конечно, для тех, кто никогда не пытался вести, что ли, наблюдение за собой, это выглядит, может быть, несколько непонятным. На самом деле, это действительно так. Стоит допустить одну какую-то греховную мысль, как оказывается, происходит расслабление человека, душевное расслабление. И он потом очень легко поддается другой, как он пишет, сродной ей. И так одно за другим. Какая-то есть лесенка. Причем она, эта лесенка носит не такой характер, чтобы всегда одно и то же, а у каждого человека это может происходить по-разному. Но действительно, есть сродство как добродетелей, так и страстей. Насколько этот важен закон, святитель Игнатий приводит в качестве, если хотите, аргумента или доказательства, или подтверждения, следующие слова преподобного Исаака Сирина. Кстати, очень любопытные слова. Вот что пишет Исаак Сирин. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали, то есть ели, снедали, ели, снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждый добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставить мать, рождающую добродетели, и устремиться к взысканию чери прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Это удивительные вещи пишет Исаак Сирин. Вообще, действительно, глубочайший духовный писатель, поразительный. Во-первых, пишет о том, чтобы не произошло несварение, чтобы мы в поте лица съедали хлеб свой. Иначе произойдет несварение. Как знаете, если человек физически ничего не делает, да, и питается, так сказать, по-прежнему, то очень и очень происходят отрицательные такие процессы в организме. Его организм просто уже не справляется с этой пищей. В результате пища становится для него, эта прекрасная пища становится ядом. Происходит несварение. Вот, оказывается, какие вещи. Это первое. И второе, о чем он говорит, об этой последовательности, оказывается, преждевременно пытаться приобрести что-то, не получив, не достигнув предыдущего, это страшно для человека. Оказывается, это последующий добродетель, без стяжания предыдущей, так становится ехидной, то есть ядовитой змеей для души. Представьте, добродетель становится ехидной для души. Все те, кто занимался спортом, наверное, это должны понять очень легко. Для спортсменов это было бы совершенно понятно.
Они знают, что если ты не смог еще сейчас достичь вот этого уровня, а захочешь перепрыгнуть и сразу перескочить на другой уровень, ты сорвешься. Ты можешь погубить свое сердце, можешь сорвать мышцы, можешь вообще свой организм погубить как таковой. Нужна последовательность и взаимосвязь. Недаром, друзья мои, аскео и переводится, и как можно перевести, как скет, это спорт, спортивные состязания, и как подвижничество. Аскет – это и спортсмен, и подвижник. И так и сяк можно перевести. Верно. Это действительно закон. Почему об этом приходится говорить? Святитель Игнатий, говоря об этих словах преподобного Исаака, предупреждает: опасно преждевременное бесстрастие. Это с восклицательным знаком. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Восклицательный знак. Слышите? Преждевременное наслаждение божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Поражает тут какая вещь? Во-первых, что все-таки, оказывается, можно получить. Можно, кажется, достичь бесстрастия. Судя по всему, если он пишет преждевременное бесстрастие, оказывается, можно получить какие-то наслаждения, даже духовные, благодатью, но все это, оказывается, страшно, если человек не научен немощи своей. Почему? Очень просто. Самомнение. Самомнение или гордость, если хотите. Самое страшное, что есть в человеке, это именно самомнение. Ну, помните, я же часто повторяю эти замечательные слова Феофана Затворника, который говорит: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Ну, еще бы, я православный, а они? Потом, а они какие православные, разве такие, как я? Слышите? И вот человек особенно, который, как кажется ему, что-то победил себе, чего-то достиг, ой, на какой страшной стоит, над какой страшной пропастью он стоит. Сейчас вот есть такой выступающий Масленников, даже он по Союзу, по-моему, написал «Дневник кающегося», и в частности, или в дневнике, или отдельно он говорит, но представить такое правило, что для кающегося он должен свои страсти написать и потом начать бороться. И какую страсть победил, может ее вычеркнуть. Слышишь, что это такое? Я вычеркиваю, я больше не объедаюсь, я больше не напиваюсь. Я больше, представьте, не осуждаю, я вычеркиваю. И по мере этого вычеркивания вы слышите, что со мной происходит. Надеюсь, понимаете, правда? Я уже не дрянь дрянью. Я не такой, как прочие человецы. Я уже победил то-то, то-то и то-то. Они дрянь дрянью, а не я. Слышишь, какое неблагоразумие. Не это предписано отцами, совсем другое. Человек, не наученный немощи своей, не способен без вреда для себя ничего получить. И если вдруг что-то получает,
а он еще находится в этом состоянии самомнения, то это может его окончательно погубить. Да. Поэтому тоже святитель Игнатий предупреждает человека, который хотел бы немножечко, так сказать, ну, ощутить христианскую жизнь. У него есть интересная статья, которая называется «Об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни». Слышите, об осторожности, где он пишет: «Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели». Слышите, оказывается, как можно. Столб можно повалить в любую сторону. И в сторону греха, и в сторону как добродетели. Когда человек, начитавшись святых отцов, начитавшись, каких они достигали состояний, ринется к достижению их. Вот это очень важное положение, друзья мои. Оказывается, что все это, все вот эти мысли имеют прямое отношение к молитвенному деланию. Потому что с ней могут быть связаны самые разные вещи. Молитвой можно отгонять греховные помыслы. Молитвой можно достигать состояния. Но главная эта цель не в этом даже. Главная, опять-таки, цель в достижении познания своей духовной нищеты. И где нет этого познания, где нет духовной нищеты у человека, там все теряется. И все доброделание, которое он совершает, и весь его молитвенный подвиг, хотя бы он молился 24 часа в сутки. Помните Антонию Великому видение было? Как сатана: «Антоний, ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты мало ешь, а я совсем не ем. Не этим ты победил меня». А чем же? Смирением. Не возгордится ли Антоний Великий своим смирением? Слышите? Вот лукавый. Ну, молодец. Антоний Великий действительно ел один раз в неделю. Ну-ка, Антоний, ты меня победил смирением, слышишь? Замечательно, конечно. Вот что значит лукавый. Даже. Говорил все правильно. Все правильно сказал, абсолютно правильно, что победил он его смирением. Верно, но вы чувствуете в этой истине, какая при этом скрывается ложь. Просто изумительно. Ну, хорошо. Первый вопрос, который имеет непосредственное отношение к рассказам странника, это вопрос очень серьезный. А по какой причине человек молится? А тем более, если он приступает твердо, решившись, приступает к деланию молитвы Иисусовой. Вы слышите, ведь можно действительно приступить к деланию молитвы Иисусовой. Вот мы об этом никогда не говорим, к сожалению. Об этом бы стоило поговорить. Почему бы не приступить к этому деланию? Не поставить себе своей целью, действительно, постепенно приучать себя к этому, к молитве Иисусовой. Дело же, конечно, прекрасное, хорошее, требующее, кажется, требующееся от любого христианина. Но редко-редко кто приступает к этому, редко кто решается на это. Но тот, кто решится, здесь уже требуется, конечно,
действовать, работать и трудиться. Так вот, когда приступает человек к делу, неся молитвы Иисуса, значит, мы говорим о каких-то абстрактных, то есть, не знаю, есть сейчас реальные люди, которые этим занимаются или нет. Вообще-то скажу так, что монашество без молитвы Иисусовой – это не монашество. Иначе говорят так, монашество без умной молитвы, без умного делания, я скажу, не монашество. Слышите? Можно принять и постриг, и все, что там связано, и все послушания исполнять, и в санах расти, и так далее. Но если нет умного, так называемого, делания, это не монашество. Так говорят все святые отцы-монахи. Серафим Саровский даже говорил так. Монах без умного делания – это просто черная головешка, которая, к тому же, очень дымит. А дым может быть ядовитым. Ну, я скажу, что мы, конечно, часто предъявляем претензии к монахам. Да, как один вел себя безобразно, вел безобразный образ жизни, ему говорят, что ж ты делаешь, ты же христианин. Он на это ответил, а что, я монах? Еще ко мне претензии предъявляются. Как будто, оказывается, жить по-христиански только монахам надо. Да, мирянам не надо. Так вот и в данном тоже случае. Были даже Игнатий Брянчанин пишет, что он встречал иногда некоторых даже из мирян, да, которые действительно имели молитву Иисуса, непрестанную молитву. Вот. Это случаи, конечно, достаточно редкие были, а теперь вообще не знаю, есть ли они. Вот. Но для того, кто хотел бы, конечно, приступить к этому деланию, нужно кое-что знать. И вот, в частности, святитель Игнатий следующее сообщает. В упражнении молитвы Иисусова есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Вот это на это прошу обратить внимание. Начинать сначала, а не с середины и не с конца. И вот он пишет, начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Видите, какое дело? Наставление, данное отцами-безмолвниками. Да, конечно, представьте себе жизнь нашу в суете, или там отцы, которые вообще удалялись и ни с кем вообще не общались. Как Арсению Великому, помните, было сказано, бегай людей и спасешься. Вообще был в затворе. Так вот, отцы-безмолвники давали наставление все-таки к ним обращающимся, но какое наставление? Соответствующее их уровню. Начинают с середины. Теперь с серединок тоже. Те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются войти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву, воссылать молитву. Усиливается взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. Оказывается, это какая-то середина. Что это такое? Мы еще и дальше будем об этом говорить, но я лучше сразу прокомментирую во избежание недоразумений. Дело вот в чем, друзья мои, что при правильной духовной жизни при правильной и при делании молитвы Иисусовой. В какой-то момент, который самому человеку никогда не известен, но происходит соединение, так называемое соединение ума с сердцем.
ум, оказывается, ощутимо как бы перемещается в сердце. И оттуда уже идет молитва. Эта молитва является непрестанной, уже непрестанной. Эта молитва является благодатной, поскольку это Бог дает. Бог дает. И она приносит соответствующие свои плоды, как во внешней жизни подвижника, так и во внутренних его переживаниях. Так? Слышите, значит, Бог дает. Однако, вот это узнали мы? Узнали. Узнали. И что? А ну-ка, начну-ка я в сердце сводить ум свой. Причем вы не думаете, что это какая-то шутка. Нет-нет. Усиленно сосредоточить свое внимание. Пытаются именно оттуда уже произносить эту молитву. То есть искусственным образом, искусственно, начинают пытаться вводить ум в сердце. Вот этим искусственным образом чего-то можно достичь, говорят. Можно достичь вот этого ощущения того, что мой ум именно там. И оттуда начинается молитва. Это, оказывается, категорически запрещено делать. Это уподобляет следующему. Когда Христос сказал: «Пастырь добрый входит дверями», помните, «во двор овчий, а вор и разбойник», по-славянски хорошо сказано, «прелазит инуде», то есть перелезает через забор. Как поступают с вором и разбойником, так сказать, ну, ясно. Это разбой. Ты перелезаешь забор. Ты вор. Можно перелезть? Можно, оказывается. Вы слышите, оказывается, можно. И вот практика людей, и немало есть таких людей, подвижников, не кого-нибудь, так, говорит об этом, что люди, есть начитавшись вот этих отцов-безмолвников, да, пытаются, начинают сводить ум в сердце, достигают этого дела. Начинают переживать всякие состояния. И это, оказывается, преступное деяние, которое влечет за собой очень тяжелые последствия, которые можно выразить одним словом. Выражается во многих планах, но выражается, можно назвать одним словом – прелесть. Прелесть. Самомнение. Опять мнение о своей святости, о своем достоинстве, о своей близости к Богу я добился. Вот это, оказывается, середина. Начинать с этого, с того, чтобы не извести ум сердца, категорически запрещено. Нельзя с этого начинать. С конца кто же начинает? С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть все благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Слышите, это уже вершина, если хотите, ощущение благодатных действий молитвы. Но разве заградишь путь человеку, когда он сразу хочет на 101 этаж, не пройдя ни первого, ни второго? И святитель Игнатий предупреждает: должен начинать сначала, то есть, слушайте, начало, то есть, какое же начало? Интересно.
То есть совершать молитву с вниманием и благоговением с целью покаяния. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали в молитве. Основная и первоначальная молитва должна состоять из прошений о прощении грехов. Простая, кажется, вещь. Очень простая, но малоинтересная. Неинтересно. Ну, потом грехи. Ну что? Ну, я попросил прощения. Что дальше? И сколько же раз просить прощения? А вот в рассказах нечто другое есть. Странник, молодой человек, кстати, это странник, ну, где-то ему лет 20, наверное. И вот однажды вдруг он услышал: непрестанно, непрестанно молитесь. И вот он пишет: «Сие изречение особенно вперилось в мой ум, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддержания своей жизни. Сильное желание и любопытство возбудилось во мне», – говорит он. Любопытство и желание. Как это можно молиться, когда мы всякими делами занимаемся? И вот он, этот юноша, стал искать себе, у кого бы это спросить. Начал искать, ну, священников, духовников, он к разным лицам обращается. Вот. Он еще ничего не понимает. Вот. Но вот это, вот что его заинтересовало. Просто любопытство. И он сам об этом пишет. А ведь на самом деле, что такое непрестанно молитесь-то? Мы же с вами сказали, это же середина. Непрестанная молитва только тогда возможна, когда ум соединяется с сердцем. Молитва становится непрестанной действительно. До этого времени ее нет. То есть странник сразу приступил к исканию чего? Той середины, который, оказывается, ждет своего времени. И вот он без всякого предварительного приготовления начал усиливаться умом войти в сердечный храм и оттуда высылать молитву. При этом что у него руководством является? Библия, ну, точно так же, как вот, знаете, у баптистских там пасторов, Библия, и потом ему посоветовали еще добротолюбие. И все. И вот так. Этим он начал. Кстати, в народе, вы знаете, иногда в народе это очень сильно, когда видели, что какой-то мужичишка, ну, что-то у него с головкой начиналось, то прямо говорили: зачитался Библией. Это очень любопытно, кстати. Библия. Без чтения святых отцов может оказаться, принести очень печальные плоды. Кстати, мы это видим вот во всех протестантских общинах. Там всюду библейские кружки, вы слышите? Всюду библейские изучения, всюду библейские. Хотя у нас в православии говорят, Библию можно понять, Библию можно изучать только через святых отцов. Но никак не Библию саму по себе. Многие, начав толковать эту Библию, приходили к таким абсурдным вещам, что, Боже мой, чего только не услышишь, не найдешь. Даже я сколько получаю талмудов всяких с толкованиями Библии. Да. Посмотришь – иди, удаешься. И это же целый труд, в котором подчас ни одного святого отца человек сам постиг премудрость библейского откровения. Вот он, исток, если хотите, протестантизма, вся жизнь протестантизма. Сами мы. Вдруг я смотрю, где-то в Питере даже есть, да, целые
целое чтение апокалипсиса. Вы слышите? Не Евангелие, а апокалипсиса. Евангелие неинтересно. Кажется, все понятно. Хотя на самом деле, я уверен, что те, которые интересуются апокалипсисом, едва ли понимают Евангелие. Да. И вот странник говорит, я шел уже более по ночам, а дни преимущественно провождал в чтении добротолюбия, сидя в лесу под деревами. Из добротолюбия он выбирал тех святых отцов, которые говорили о высоких состояниях, о непрестанной молитве, о сердечных переживаниях, о дарах благодати. Хочу в связи с этим сказать, что святитель Игнатий прямо говорит о двух главных этапах в молитвенном делании у человека. Упражнение молитвы Иисус имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистой молитвой. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия не обнаруживает своего присутствия. Как это важно знать, друзья мои! В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу. Между прочим, нужно помнить, что самые ценные молитвы наши являются совсем не та, когда Господь нам дает какое-то сердце, дает некую благодать, и когда можем молиться просто понуждаемые даже Богом, а как раз тогда, когда не молится, когда душа молчит, когда она как ледяшка, как камень. Вот здесь-то и важно показать свою верность Богу. Эта молитва особенно тогда ценна. Слышите? Я умом говорю, хотя все сердце против. Или молчит просто, и все. Не хочет молиться. Вот, оказывается, самая ценная молитва. Потому что здесь Бог видит верность человека. За прекрасным столом все друзья. А друг познается в беде, а не за бутылкой шампанского. И вот, видите, что Игнатий Валентинов пишет? Да, в этом первом периоде, как раз первый период, когда еще человек только приступает, какая у него там непрестанная молитва? Требуется понуждение. И при этом особенно начинают действовать разные страсти. Особенно гнев. Особенно гнев, но и другие страсти. Вот. А вот первоначальные плоды молитвы заключаются в чем? Что постепенном, все большем приобретении внимания и, вот это важно, и умиление. Умиление. Это вот ощущение присутствия Божия и отсюда благодарности Богу. Вот это чувство умиления. Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плач не обязательно внешний. Не думайте, что это внешне обязательно. Может быть и внешний, кстати. Но главное – это плач души, плач сердца, который вдруг открывается – это греховность. И не просто греховность открывается, а при этом открывается любовь Божия, которая не отвергает человека, увидевшего эти всю свою греховность и скверну. Бог не отвергает его, и отсюда рождается эта благодать, благодарность Богу и умиление. Почему об этом приходится сейчас говорить? У странника на протяжении всей истории его жизни, ну, его, так сказать, рассказывают, сказать, не видно нигде никаких действий каких-либо страстей. Он сразу бесстрастен. Никаких страстей. Ничего не видно. Никакого борения.
никакого противостояния, ни расширяющегося зрения своей греховности. Ничего нет. Он весь на небесах. Нет никаких намеков на вот то, что назвал святитель Игнатий мученический подвиг борьбы со страстями. Ничего этого нет. Совсем нет. Никогда у него не было. Он ощущает только мир блаженства и сладости. Легкость, отрадность, блаженные переживания, как он пишет, несказанная радость и сладость сердечная. Вот все. Никакого нет этого периода. Да. Святитель Игнатий пишет, чтобы достичь этого второго состояния, необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении. Однако душой и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. У странника вообще нет этого, ничего. Просто ничего нет. Ни борьбы, ни страстей, ни покаяния. Вы слышите? Он нигде не пишет практически об этом. Если упоминает, то просто так. Ну, ради, знаете ли, ну, ради слова. Как мы часто говорим, грешный. Ты еще при этом говоришь не просто грешен, а то говорим грешен батюшка. Ну, не я же грешен, конечно, а батюшка, естественно. Грешен батюшка, да. Вот так. Святитель Игнатий пишет, хотящие взойти, он цитирует Симеона Нового Богослова, на высоты молитвенного преуспения, да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх. Сперва на первую ступень лестницы, потом на вторую, далее на третью, наконец, на четвертую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на небо. Итак, во-первых, он должен подвязаться, чтобы укротить и умолить страсти. Видишь, какие вещи. Это первое, чтобы укротить и умолить страсти. Во-вторых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в молитве устной. Борьба со страстями первая. Молитва устная или гласная. Когда умолятся страсти, тогда молитва, естественно, доставляя веселье и сладость языку, вменяется благоугодной Богу. В-третьих, уже он должен заниматься умной молитвой. Вы знаете, вот насчет умной молитвы, нужно понять здесь, к сожалению, различие подчас словоупотребления. Святые отцы редко называют умной молитвой просто та, которая совершается просто с вниманием умом. Они ее называют все-таки более устной, эту молитву. А уже, если хотите, по существу умной молитвы или умным деланием, они называют именно то состояние, когда ум соединяется с сердцем. Вот здесь вот это молитва они называют умной. И вот, наконец, четвертое, как пишет Симеон Новый Богослов, четвертое, он должен восходить к видению. Первое, это борьба со страстями, составляет принадлежность новоначальных. Второе, упражнение в молитве устной, возрастающих преуспения. Третье – достигших крайнего преуспения. Это когда ум соединяется с сердцем. Четвертое – совершенных. Кстати, странник, который читает добротолюбие и всюду с ним не расстается, нигде даже не упоминает этого. И, конечно, понятно,
потому что странник полностью пропускает и первое, и второе. У него сразу он стремится получить третье и четвертое. Вот отсюда это вызывает очень серьезный вопрос, да, по поводу того, что предлагает странник в своих наставлениях. Святитель Игнатий пишет, что молитва устная, по мере упражнений в ней, мало-помалу переходит в умственную, а потом и сердечную. Но на этот переход нужны многие годы. Слышите? Оказывается, многие годы терпеливого труда. При этом, он пишет, святые отцы решительно запрещают искать место в груди, где там это находится, сердечное место, куда можно низвести ум в сердце. Запрещают. Для новоначального искания места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание, начинание гордостное, безумное. Вот тебе завет мой, не ищи места сердечного. Странник, слышите, прям с первого, буквально с первых шагов, именно этого ищет. Итак, пишет он, прежде всего я приступил к отысканию места сердечного по наставлению Симеона Нового Богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, то есть воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине груди, и внимательно слушал его биение. Вы слышите уже, чем занимается человек? Так занимался я сперва по получасу, несколько раз в день. В скором времени начало представляться сердце и означаться движение в нем. Далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению святого Григория Синаита. Сперва я с ним занимался по часу и по два, наконец, почти целый день. Слышите, чем занимается? Это же советует он и слепцу, когда встретился с ним. Вот какой он совет дает. Я тебе все прочту, что относится к сердечной молитве, и укажу способ, как отыскать место сердечное и входить в него. Слышите, что категорически запрещено, он сам нашел и отыскивает, и научает других. При этом, что обращает на себя внимание, он развивает воображение, он представляет себе сердце, начинает представлять, как оно там, какие там движения происходят, этот стук пульса. Да, в общем, вот это развитие воображения, мечтательности, да, у него происходит полным ходом. Кстати, вы помните, кто занимался, кто рассматривал вот это развитие воображения как духовное упражнение? Игнатий Лойола. Его книга так и называется – «Духовные упражнения», которые все сводятся к чему? А основные ключевые слова – представь себе, вообрази себе. И дальше расписывает целую картину, что нужно представить себе. Да, да. Как себя вел Христос на кресте, как он разговаривал там с матерью, как с разбойником. Все это строит картины, картины, картины. То есть непрерывный фильм, создание фильма. А что пишет Игнатий? Святые отцы строго воспрещают употребление способности воображения, повелевают содержать ум вполне безвидным,
незапечатленным такое никакой печатью вещественности. А вот напротив, предупреждает он, падшие духи стараются возбудить в нас действие воображения. Святитель пишет, ум во время молитвы должен иметь и со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения. Слышите, я обращаю внимание, все образы, которые возникают, отвергая образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемой завесой, стеной между умом и Богом. Серьезнейшая вещь. Вы слышите? Никаких образов нельзя допустить. Завеса, стена между человеком и Богом. Почему? Потому что это собственной фантазией уже, не имеющей никакого отношения к реальности. О, как серьезно! Теперь вы понимаете духовные упражнения Лойолы? Что это такое? Какая это беда? Святые отцы строго воспрещают преждевременные усилия взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Предупреждает он об этом устремлении. Воспрещение сопрягается, вот это, вы слышите, воспрещение сопрягается со страшной угрозою. То, что делает странник, когда эта молитва не дана Богу, Богом, избави Бог, низводить ум в сердце. Воспрещение святыми отцами сопрягается со страшной угрозою. Почему? Человек впадает в дикую прелесть. Странник в своде отеческих, странник пишет, «Отыщи воображением место сердца под левым сосцем, и там установись вниманием». Слышите, что советует? «Отыщи и установись». А вы знаете, оказывается, почему со страшной угрозой запрещается? Читаю. Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца, приводит в движение силу вожделения. Некоторые, не зная этого, но будучи искренними людьми, но не зная этого, и когда увидели, что в них возбуждается от молитвы Иисуса, и оказывается, вожделение, плотское вожделение, так начинали хулить молитву и бросали ее вообще. Другие принимали вот эти вот ощущения за благодатные и впадали самое настоящее душевное сладострастие. И то, и другое – страшная беда. Слышите, что такое прием, который указывает странник? Какая беда-то! Насильственно взять свой ум и свести его туда. Ты, Господи, пока мне не дал, я сам сведу. О, какая беда! Вы слышите? Вот что такое наставление странника. Это, оказывается, не просто что-нибудь. Святые отцы предупреждают, Игнатий Брянчина прямо настаивает, что без повседневного труда в исполнении заповедей Божьих
и покаяние в их нарушениях. Без познания своей немощи, да, без познания, подвязающийся может впасть в страшную беду. Вы знаете, давно уже открыто в языческих религиях, в нехристианских религиях, а потом, как мы знаем, и все те, кто впадали в прелесть, и в христианстве, оказывается, можно достичь экстатических состояний вот такими искусственными методами. Для мистиков, для которых даже нет вообще личного Бога, а это не важно, есть он в данном случае или нет. Да. Вот. Главное, что оказывается, что возможно вот это искусственное медитация, то есть размышление. Слышишь, что такое медитация? Это размышление, связанное большей частью с воображением. Почему вот этот ректор-то так заинтересовался восточными медитациями и откровенными рассказами странника? Все это связано с воображением, с этими медитациями. И оказывается, можно этим искусственным путем достичь вот этих естественных состояний организма. Это нервы и психика. И очень легко принять эти состояния нервно-психического характера за состояние благодати. Ну, обычно так это и происходит. Святой Игнатий по этому поводу он пишет: «Но если в тебе кроется ожидание благодати, остерегись, ты в опасном положении. Такое ожидание свидетельствует о скрытом удостоении себя, свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью последует прелесть. Прелесть существует уже в самомнении и ожидании благодати». Кстати, пишет: «От ложных понятий являются ложные ощущения. Из них происходит самообольщение». Но что дальше? Что дальше нельзя забывать? К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов. Не должны забывать, что бес присидит греху, присидит страсти. Это же дух, они соединяются. Вот ненормальное духовное состояние человека, и происходит соединение с этими духами. Поэтому нельзя думать, что вот человек просто сам вот ошибается или сам мнит о себе, впадает в самообольщение, и все. Нет. Происходит единение. Об этом очень хорошо писал Антоний Великий еще. Ну, помните, я вам зачитывал это, что человек, который старается жить по заповедям, так, он соединяется с Духом Божьим, а тот, который живет наоборот, соединяется с демонами-мучителями. Так вот и здесь, к действию самообольщения присоединяются обольстительные действия демонов. Поэтому святитель Игнатий на основании святых отцов предупреждает: не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Ух, как это важно! Друзья мои, как это важно! Не ищи в молитве наслаждений. Не ищи. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило твое мертвое окаменное сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы, истинное покаяние. Воспрещается безрассудное разгоряченное стремление к открытию в себе благодатной сердечной молитвы. Воспрещается это стремление потому, что причина его
неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя способным к благодатной молитве и достойным ее. Так он пишет. Что у странника находим? На протяжении всех его рассказов слышится активные искания, постоянные искания сердечных переживаний, переживаний благодатных плодов молитвы. Он с воодушевлением говорит, что отцы ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных внутренних ощущений в молитве. И сколь они вожделенны, как то сладость, теплота, восторг, радость и так далее. Причем странник при этом нисколько не сомневается в том, а от Бога ли это или нет. Ему даже в голову не приходит, что это может быть не от Бога. Вы слышите? Вот что печально. Он живет этим, ищет этого, стремится к этому. Иногда сердечная и сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа и познавал, что значит сказанное им «Царствие Божие внутрь вас есть». Видите, вы слышите, прелесть – опаснейшая вещь. Почему? Стоит на грани буквально. Благодатное это или ложное? Как можно ощутить? По внешним признакам невозможно сказать. Постигается это как? Из чего исходит это? Из какого начала? Ведь что думаете аскеты индуизма? Как они могли сидеть где-нибудь там тоже в уединении? Думаете, они ничего не переживали? Они переживали, конечно. Открыли этот путь. Если бы не было переживаний, они не смогли бы просто и быть там, в этих пустынях и горах. То же самое. Какая на грани. Помните Авва Дорофея? Как там молодой монах ничего не ответил тем, которые его обругали. И Авва Дорофей побежал к нему. Научи меня, как ты достиг такого смирения в столь молодом возрасте? Как ты не ответил никому? И он сказал Дорофею: этим псам буду я еще отвечать. А вот Дорофей так бедный и думал, это величайшее смирение, а оказалось гордыня. Вы слышите? Я привожу пример. Вот эти, оказывается, это все стоит совсем рядом. Внешние эти переживания, оказывается, ничего еще не говорят о сути, откуда они исходят. Все это. Можно, оказывается, есть механизм, с помощью которого можно достичь действительно глубоких экстатических состояний. Вот это самадхи, помните, или нирвана в буддизме, самадхи в индуизме. И достигают же они состояний этих экстатических. Оказывается, есть способ. Есть такой способ. Нашли его, и не зная Бога, не зная, не имея никакого откровения, вот они чего достигали и приходили к этому. Оказывается, не только это. Можно достичь не только этого. Душа по природе является жительницей того мира, вечного мира. И при ослаблении действие тела, она становится все более способной видеть то, что уже в вечности есть, то есть прошедшее и настоящее, и даже будущее. Вы слышите? Не удивляйтесь. Более того, совершать даже чудесные действия с точки зрения нашей обычной жизни –
способный становится человек. Этого можно достичь. Помните жрецы фараоновы? Повторяли. Делает Моисей – делают они. Мы не думаем, что это просто были люди, которые совершали только какие-то внешние обрядовые действия. Нет. Там жрецы были не просто эти. Это были мистики настоящие. Да чего ж у вас точно работают часы, а? Прям как у меня. Ну ладно, ну хорошо.